Сегодня лектора, начальника, заслуженника Виктора Георгиевича Краснобрижева, який сьогодні у співпраці з Міжнародним центром ЮНЕСКО, з університетом Львівський Ставропольський регіон презентує свої матеріали. Людина унікальна, тема цікава. Пан Віктор є кандидатом технічної науки, академіком Міжнародної академії біоенерготехнологій. Я не буду забирати ваш час, але пан доктор працює в галузі наукових досліджень макроскопічна квантова телепортація, когерентна матерія і технології і створив універсальну систему квантової телепортації, яка не має світових аналогій. Далі буде говорити Віктор Георгійович, але я маю нагоду запропонувати співпрацю. Якщо ви не дуже десь заангажовані, маєте час, то при нашому університеті ми збираємо цікавих людей, цікаві ідеї, цікаві теми, цікаві матеріали. Ви можете відкрити центр, інститут, лабораторію вашої проблематики. І в такий спосіб ми можемо продовжувати нашу співпрацю. А я бажаю... А може так, справа в тому, що дуже люблю. Я тут приходжу... Тут маєте час, але ви не бачите. Я сам приходжу. А то тут бачите вію, так. То є лєві фільм, який коронна зона. Це коронна зона. І я бажаю, вважаю, що кращого міста немає. Немає, немає, немає. Тому, якщо вас, ви хочете прив'язатися до академічної науки, наш приватний університет відкриває вам двері. Бажаю гарної презентації вашої теми. Хай щастить. Дякую. Все добре, дякую. Привіт. Ну, значить так, товариші. Я буду лекцію читати російською, оскільки я пишу статті російською мовою і в перекладі англійською мовою. От тема лекції написана тут: макроскопічна нелокальність, когерентна матерія і технологія. Макроскопічна нелокальність і когерентність, вони тісно зв'язані між собою. Якщо б не було когерентності, не було б нелокальності. Що ж таке нелокальність? Нелокальність була ще обоснована Ейнштейном вместе с Розеном, когда они доказали, что существует сцепление между квантовыми частицами, но Эйнштейн в то время не поверил, потому что это сцепление ему показалось дьявольским, нехорошим, противным и так дальше. Прошло много лет, и в 1986 году такой английский ученый Белл написал уравнения, которые, собственно говоря, и подтвердили ту старую мысль Эйнштейна, что между квантовыми частицами, то есть, скажем, фотоны, или частицы, которые имеют спин, желательно, чтобы спин был целым. Единица, тройка, пятерка и так дальше. Потому что если имеется дробный спин, как у электрона, например, 1/2, тогда они должны быть сцеплены, потому что между ними организовываться должен целостный. Так вот, он написал уравнение, и это дало старт в подтверждение правильности этой гипотезы. Французский физик Ален Аспект через 2 года сделал эксперимент, который подтвердил, что если идет распад радионуклида и излучаются 2 кванта, гамма-кванта или фотоны, то когда этот квант измеряется у этого кванта его спин, то мгновенно у этого кванта спин перемещается. Вот скажем, измеряется так спин, а у них вот так. Когда измеряется этот спин, он поворачивает так, мгновенно эта спин поворачивается вот таким образом. Это так и называлось, что передача информации о состоянии этого спина на любое, еще раз говорю, на любое расстояние мгновенно. Долгое время это так и оставалось. И ничего с этим сделать не могли, потому что не было еще той базы научной, потому что она все-таки развивается во времени, не было для этой научной базы, которая бы показала причины, почему на такое огромное расстояние мгновенно может
передаться информация. Но это я скажу, об этом уже скажу в конце. Собственно говоря, мои исследования начались в 1990 году, когда в журнале «Природа и человек» я прочитал маленькую информацию о том, что если внутрь пирамиды поместить пробу радиоактивную стронция-90, то через некоторое время активность этой пробы уменьшится на 5%. В то время я занимался чернобыльскими проблемами, как говорится, сидел в Чернобыле, как говорится, занимался научным обеспечением ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Занимался отходами, технологиями, обращением с отходами. И в том числе интересовались вопросами, что можно сделать, чтобы ускорить распад радионуклидов. Самое интересное, что тогда было, ну, стронцы там были это все, трансурановые, вот, но больше всего обращали внимание на такие радионуклиды, как цезий-137 и цезий-134. Так вот, когда я узнал о том, что в пирамиде можно сделать такой эксперимент, поставил эксперимент. Куда-то я его загнал. Ага, вот тут. И здесь. Сейчас. Собственно говоря, может, на пальцах будет проще. Пирамида. Модель пирамиды была сделана из винипласта, но внутрь был помещен вращающийся элемент на платформочке, где был закреплен кристалл барит. Почему барит? Потому что цезий-137 и цезий-134 распадаются в баре, соответственно, 137 и 134. И предполагалось, что если мы будем... к тому времени мы знали, что этот эффект, который реализуется в пирамиде, называется эффект формы. Почему? Для чего? Ну вот так назвали и все. Но вы же, наверное, знаете, что еще до того времени уже были, человек создал пирамидки, где затачивались лезвия. В Германии проводили эксперименты, когда помещали там кусок мяса, тут образец за пирамидой и в пирамиде. То, что за пирамидой гнил, а который в пирамиде находился, тут просто-напросто мумифицировался. То есть тогда определились, как это, как эффект формы. Уже потом, в 2004 году, реализовалась теория, которая показала, почему так происходит. Так вот, когда мы поместили, когда поместили образцы, но не внутрь пирамиды, а при вершине пирамиды, вот такие были коробки, как когда-то был зубной порошок полиэтиленовый в таких коробочках. Брали земля из Чернобыля, цементировали и помещали. И первое у нас было 50 часов. 50 часов обработки вот вращающимся этим кристаллом. Когда начали мерить, эксперимент длился год. При этом было только две обработки. 50. И в 11 месяце, начинали в марте 1991 года, в 11 месяце вторая была обработка 8 часов, и на этом больше ничего. И все время мерили. А пробы были выбраны таким образом, что они должны были близко быть по своей активности, в беккерелях на пробу. И вот увидели, что необычное. Если, так сказать, цезий-137 шел каким-то, так сказать, трендом, да, с небольшим разбросом по его активности при измерении на очень хорошую, хорошую аппаратуру, супер аппаратура, иностранческая тогда была, и было много, можно было взять самую лучшую.
И вот, но цезий 134, он просто нас поразил. Он, его распад шел вот так. Выше, выше. А это было, скажем, первое, выбрали первую и пятую пробу из 10. А, и когда на второй раз, 8 часов обработки, цезий 137 полез вверх. И, как говорится, мы еще говорили, вот это наглость. Так-то испортить понятие науки о периоде полураспада радионуклидов. На этом мы закончим. Но здесь зацепились за такую вещь, что, ну почему? Почему? А, почему именно цезий 134 начинает вот так его болтать? Залезли, значит, в теорию. Теория не очень. Но мы обратили внимание, во-первых, что мы давали информационную компоненту по барию, а во-вторых, цезий 134 это бозон. То есть, если у нас, так сказать, вот есть кривая распада, да, или, скажем, кулоновского барьера, электроны могут проскочить, а бета-распад это, в смысле распад этих нуклидов, бета-распад, только в определенном месте, например, на энергии 660 кэп. В другом месте не может проскочить, 137. Почему? Потому что электроны у него дробным спином, и они могут разместиться, не могут разместиться на одном уровне, а по всей ширине спектра. А вот 134 это бозоны. А бозоны все могут уместить, бесконечное число бозонов может уместиться на одном уровне. Они шаф и проходят через этот барьер, и мы имеем вот такой результат. Потом мы сделали еще один эксперимент. Вот этот. Пирамиды, наклоны треугольничков, которые там, их 8 штук. Параметр пирамиды Хеопса 51, и 30, 51 градус 30 минут. Вот. И посмотрели, что могут, если она излучает что-то, да, то надо посмотреть, что же она излучает. Мы сделали такой процесс. Это детектор, домик его, здесь ортиковский детектор, проба и вот этот генератор. Вот таким углом. Почему под таким углом? Излучение идет так называемый конус. Вот таким конусом. Захватывает вот этот детектор. Если мы уводим его, это излучение, за счет этого генератора, то мы должны увидеть изменение активности. И вот у нас были в пробе, опять же, цезий 137, 134 цель и рутень. И вот какая результат. Сперва шел долго. Это шло у нас с 13.50 до 15. 2 часа шло насыщение. И потом резкое снижение. Радости было неимоверно. Вах! Мы победили радио. Всю радиорентгеновскую, радиоизотопную науку взяли и уничтожили, грубо говоря, радиоактивность. Пришли на следующий день, все восстановилось. Все пришло в ту же самую ночь. Не победили мы. Мы просто изменили направление излучения в этих пробах. Почему? Потому что пробы, то есть каждый радионуклид имеет свой спин. Если мы имеем хаотическое распределение спинов, что оно есть, то каждый спин смотрит в свою сторону. Но как только мы прикладываем некое поле, а это поле должно иметь характер спиновый, спины начинают ориентироваться, и вдоль этой ориентировки
проходит что? Излучение. Является весьма необходимым фактором, как при хранении радионуклидов на складах, магазинах и так дальше, так и в космосе. Почему? Ну, понятно, что если мы имеем, так сказать, хранилище, да, радиоактивных отходов, это такой туннель, вдоль стенок туннеля стоят большущие, скажем, контейнера, загерметизированные, но все равно человек, который будет проходить вдоль этих, мало того, что он одет там скафандр и так дальше, он все равно будет облучаться. Но если мы вот такой генератор ставим вдоль контейнеров, человек уже абсолютно безопасен. Все излучение будет направлено вдоль этого направления. В последнее время, когда начали заниматься вопросом, вот мы скоро на Марс полетим. Но дело в том, что пока долетят туда, они будут подвергнуты космическому излучению, тяжелыми частицами с огромной энергией, протонное излучение, нейтронное излучение. То есть космос заполнен этим излучением. Хорошо, космонавты, которые сейчас летают, они находятся в защите магнитных полей. То есть вот этот один из таких, я считаю, неплохих направлений, которые могут что-нибудь в космосе хорошего сделать. Так вот, что такое когерентность? Вот мы говорили, что спины, но когерентность. Когерентность – это особое состояние материи. То есть новая форма материи. Почему? Потому что если мы имеем когерентное вещество, то воздействие, а это вот скажем два вещества, точно такое же, это и это. Если это в когерентном состоянии будет, воздействие на него дает очень мощный отклик. Например, вода. Если она в когерентном состоянии, ее теплоемкость с единицы уменьшается до 0,5. Проверено не только в лабораториях, но и в промышленности. Так вот, когерентность – это ситуация, когда атомы или молекулы в веществе колеблются с одинаковой частотой и с одинаковой фазой. Или с одинаковой разницей. Это имеется и задает когерентность. Правда, сама по себе оно может существовать очень в редких случаях. Очень редких случаях. Единичные. Но тем не менее они существуют. В обыкновенной нашей жизни они отсутствуют. Мы, кроме одного, мы с вами когерентны. У нас есть два объекта в нашем организме, которые называются суперкогерентными. Это наш мозг и сердце. Вот был когда-то проведен такой эксперимент, взяли жидкими кристаллами конфигурации сердца, кардиоиды так называемые, и внутрь положили, закрепили там жидкими кристаллами. И что вы думаете? Кристаллы начали выдавать напрямую. Ну а мозг само понятное. Тут еще один такой момент. Вот если бы мы с вами не жили, в смысле, не были когерентными, мы бы с вами не жили. Тут такой вещь, еще тут сразу вдогонку. Есть душа или нет? Ну, наверное, все скажут, есть. Я скажу, есть. Только я с научной точки зрения скажу, что она есть. Поскольку мы когерентны, когерентность сопровождает так называемая стоячая волна. Стоячая волна – это когда-то английский там, инженер наблюдал за прохождением катера и волна вот к нему. Вдруг он увидел такие, знаете, вот такие как бы выпучивания. Одна, вторая. И они не исчезали, пока не разбивались о берег. То есть уже сейчас известно, что когерентность, то есть
Эта стоячая волна теперь называется солитон. А вот солитон, он существует, может существовать вечно. По той причине, что он энергетически самодостаточен. Если его не разбивать, то будет вечно существовать. Да. Еще я хотел бы добавить, с моей точки зрения, это не просто это самое, как мы когерентные. Мы стремимся к когерентности, мы не когерентны, мы хотим ее получить. Да. Подожди. Стремимся или не стремимся, у нас есть генератор. У нас есть генератор, который поддерживает эту когерентность, то есть наше сердце, кардиоид. Мозг, в котором наши аксоны имеют вот такую форму, типа псевдосферы Лобачевского. Это все псевдосферы Лобачевского тоже являются энергетически достаточными. И еще наши мышцы, которые имеют вот такую спиральную структуру, которые задают нам весь биохимический процесс, который зависит только от состояния спина. Есть так называемая наука спиновая химия, которая говорит о том, что все химические реакции зависимы от спина. Есть такое понятие. Если у нас синглетное состояние, спины так направлены, реакция химическая идет. Если триплетное, запрет на реакцию. Запрет. Ну вот, ну, на этом мы поняли, что у нас такое когерентность. Так вот, по когерентности было в 2001 году группой американских и немецких ученых показано, что они получили когерентность. Это был шок для классической науки. Конечно, не для нас, те, которые занимаются уже кучу лет. Они получили Нобелевскую премию за что? Взяли конденсат радионуклеин, цирий, охладили его до 1 000 000 меньше абсолютного нуля, не целых 273 градуса, дали туда магнитное поле, и получили когерентный конденсат. Конечно, еще никто не получал таких. А там, конечно, я вам скажу, были прекрасные графики, это все. Получили Нобелевскую. Гораздо лучший результат уже в 2004 году американские ученые уже получили на Ферми конденсате. Когда, то есть, то был бозоновый конденсат, все спины на одном уровне выстраивают. А здесь они соединили, сделали синглетными и получили другой конденсат. Это гораздо выше. Ну, не дали. Так вот, они удерживали когерентное состояние порядка 20 микросекунд. Вот это мы изображаем. Что они? Вот это равновесие. Видите, распределение атома по квантовому уровню. Если вот Ферми конденсат получили в 2004 году, все вот здесь, это чуть выше абсолютного нуля, и при высокой, скажем, возбужденности, вот все, больше ничего. Удержать этого состояния практически невозможно. Длительно, ну микросекунды, да, а более, хотя бы более 50 микросекунд, нет. А вот высокотемпературная, мы, то есть, вот эти все атомы поднимаем вот так вот снизу вверх и фиксируем. А почему это возможно? За счет чего? Я не зря вам начал о вопросе спина в этом. Дело в том, что есть два взаимодействия. Спин-спин взаимодействие и спин-решетка взаимодействие. То есть, если у нас есть возбужденное состояние спина, как углового момента, да, внутренний угловой момент квантовой частицы, ядра, нейтрона, протона, электрона и так далее. Так вот,
проект, это проекция этого спина, то есть вектор какой-то направления на какую-то выбранную ось. Так вот, это возбуждение. Но они имеют свойство передавать свою энергию в ядро или в ту квантовую частицу, которая обладает этим самым спином. Это называется взаимодействие спин-решетка. Спин-релиз. И вот если мы берем, какой эффект здесь мы сделали, никто этого не делал. Когда мы берем, осуществляем спиновую накачку, а как это сделать, мы дальше увидим, спиновую накачку, то все эти начинают с низшего уровня, возбуждаются. И если и тут назвать уровень спинновой накачки, что мы можем сделать? Это состояние, когда мы можем остановиться здесь, может здесь остановиться, может здесь. Ну и, собственно говоря, вот это такое представление в графическом виде. Если ты говоришь, покажи, что твои слова не болтовня. Вот в Познании есть институт физики в Познанском университете Адама Мицкевича. Мы со своим коллегой, которым в Польше там развивали, частично разбивали там это направление, приперлись просто в наглую лабораторию спектрометрии и говорим руководителю лаборатории, так и так. Остатки вот того режима, пусть он был плохой или неплохой, остались, когда еще человек, науковец, да, он заинтересован был, что хватит что-нибудь новое, поинтересоваться и так дальше. Нет вопросов. А о чем? Ну вот то. А почему бы нет? И мы пошли на спектрометр, проторчали там неделю, все сделали. И вот здесь только один такой график. Он очень важен. Мы взяли три субстанции, значит, практически мы взяли. Бензин, дизельное топливо, бурый уголь и воду. Ну и вот здесь мы видим бензин 95-й, дорогой, в то время был, да и сейчас не нужен. И вот что, когда мы берем, насыщаем и меряем, и вот так вот рост, спин-решетка, самое важное взаимодействие, спин-решетка у нас вылез просто на 800 миллисекунд. Это небывалый эффект, такого быть не может. С этим профессором лаборатории почему сидели неделю? Он говорит, давай покажи еще. На тех. Просто невероятно. Другие, некоторые, например, на каменном угле, что-то поменялось такое, что вообще невозможно было понять. Почему тут работает, тут не работает. Пока не залезли в химию, не увидели, что есть там циклические кольцевые структуры углеродные, длинные цепи. Тогда понятно было, что это так работает, все хорошо. То есть, подтверждено было, что генератор, который был создан, является в рабочем состоянии. Да, кстати, возвращаясь вот к тому утверждению, что есть запрет на химическую реакцию, да? Синклетное состояние, триплетных реакций не идет. У этого моего коллеги, Генрика Пацухи, была фабрика, которая делала клёцки. Это поддоны, да? Он их склеивал, то есть опилки склеивал каким-то смола плюс отвердитель. И ему надо было отработать технологический режим с тем, чтобы некоторое время, в случае аварии, смешанная субстанция не отвердевала. Ну и что сделали? Просто вот на тот генератор, то есть такой, который кручение, просто ставили пробу со смолой. 4 минуты. Убрали, добавили отвердителя, замешали. Сутки не отвердевается пока.
Войсов это не отвердевает. Он говорит, слышь, Виктор, наверное, не будем использовать эту технологию, потому что если остановится, ну и в чем. Пусть лучше авария будет, чем будем стоять там неделю. Вот. Ну, это такой фактор. Дело в том, что у генератора есть два кручения, спиновые кручения, левое и правое. Они всегда между собой связаны. Они не могут один только левое, другое, только они, то есть, так и природа так сделала. Если у вас правое кручение, то с этой стороны вы будете видеть только левое кручение. Вот. Так вот, после этих всех мы поперлись в Познанский политехнический институт. Там есть лаборатория двигателя. И просто взяли, там такой стенд, маховик, раскручивает двигатель, и там смотрят, там дают обороты, дают мощность, расход топлива. А что же происходит с отходящими газами? Смотрели, углерод, углеводорода, не сгоревшие, и твердые частицы. Вот это два, вот этих два компонента, это очень вредные, потому что они в себе содержат высшие углеводороды и альфа-бензопирены. Более того, в городах наибольшее загрязнение воздуха на перекрестках в режиме стояния, в режиме разгона. Первая, вторая, третья. И после того, вот в когерентном состоянии, вот какие процентные изменения. В состоянии стояния 88% снижения вот этих вот составляющих. Вот углерода 47%, водорода и 52% твердого. И, соответственно, снижается, поскольку надо, дается, так сказать, больше и больше топлива в камеры сгорания. Ну и, в общем, это лишний раз подтверждает, что можно управлять скоростью, то есть я говорю, скоростью химической реакции, используя просто спиновое насыщение топлива. И в 99-м году занесло меня в Запорожье на завод Днепроспецсталь. Заводят Днепроспецсталь, делают разные специальные стали. Ну, в частности, они делают шарикоподшипниковую сталь. Ну, встретился я там, сделал доклад на эту тему. Еще, конечно, знал только так. Говорю, если бы мне там чуть-чуть поглубже копнули, я бы запнулся. Ну, а тут часто могу рассказывать. Так вот, сталь, есть так, когда она сделали из нее, скажем, катанку, это сырая сталь, и потребитель берет ее уже в необходимом виде. То есть она должна быть отожженная, то есть умягченная на поверхности, рекристаллизованная, то есть структура должна быть очень-очень точной и обработанная в калибровочном цехе. Так вот. Вот здесь мы видим, как идет процесс. Подъем температуры, дальше выдержка при 630 градусах. После это видите, 7 часов. 7 часов. Это газ горит, а он ее держит. Потом подъем до 780 градусов. В этот момент, начиная с 740, начинается процесс рекристаллизации. То есть получается такая сфероидальная структура. Выдержка, снижение, опять снижение. И всего 50 часов. Так вот, когда мы не сразу же пустили, конечно, на эти рабочие печи, сперва лаборатория, потом маленькая печь. Все, ну молодец, давай. Вот. И вот мы дали вот такой. Вообще вы изликвидировали вот это, сократили здесь. Почему? Потому что
процессе рекристаллизации, а это связано еще с внутренней диффузией металла, она имеет также спиновый характер. И за счет того, что мы можем управлять в когерентном состоянии энергией активации процесса рекристаллизации через спиновый характер, мы можем уменьшить на 30% длительность процесса. Тут было 36%. Ну, как говорится, пошли, рискнули. Ну, еще там, на этом заводе, при прокатке для этой стали получается так называемая углеродная сетка, которая, кстати, которая, чем она меньше, чем ниже балла, 1-2, да, тем лучше будет структура сфероидальная. Если она будет на тройке-четверке, структура будет хуже. Это было их больное место. Что мы сделали? Вот печь такая. Туда заходят вот такие большие отливки, да. Они заходят, выходят с той стороны, ее там хоп, хватают, и раз, и получилось как горячее, красное. Мы два чипа подсоединили, дали все этой платформе, а там две металлические такие платформы, которые толкали эти отливки. И получили в результате один. То есть единица. Почему? Потому что углерод за счет когерентного состояния лучше растворился. Лучше растворился, и получилась сеточка, которая, кстати, информационно также участвует в организации кристаллической структуры. После этого мы еще сделали в Польше ряд экспериментов, подтверждающие. Вот СКФ Познань есть такой, где делают шарикоподшипники, шведская фирма. Ну, то есть купил их. Мы сделали 40% снижения расходов электричества на электрические печи. Вот. Ну, если получается уменьшение энергии активации процесса в диффузионных процессах металлов, а что будет с топливом? Ведь мы же видели, что там на дизельном топливе у нас эффект получается. Опять же, не может быть пах и получился ускорение процесса горения. Только через одно энергия активации. А давайте мы займемся чем? Вот эти реакции. Бурым углем. Дело в том, что бурый уголь, он используется главным образом на электростанции. И мы попали на электростанцию Туров в Польше. И нам сказали, ой, как хорошо, классно. Даже разрешили сделать месячный эксперимент. Но внедрение мог разрешить только профессор Новак, который является главным экспертом по котлам производства Фостервилля. А на этой электростанции фостервиллеровские котлы, флюида или кипящего слоя. Ну и давай теперь, пусть он скажет свое конструктивное слово. Мы приехали к нему, рассказали ему, он так слушался, говорит, барство, але ты лед нагадалище, же то еще в лове не меньше. Так и как вы у меня были, туда и были. Прошу пана, прежде мы бы не платили за панский эксперимент, да? Ну, контракт працует. Когда начали работать, через 3 дня ему уже доложили, там какие-то такие эффекты. Это невозможно, это практически невозможно. И он заходит, говорит, ну что? Да, вот. Я говорю, как вы теперь? Будем работать. Вот. Ну хорошо. И вот что получилось. Я говорил, что энергия активации является главным параметром в процессах горения. И вот у нас вот такая схема. Это термогравиметр, которым измеряется энергия активации.
очень большой точностью. Вот здесь генератор. Уже другая конструкция, не такая, которая была раньше. Она будет показана ниже. Вот здесь резонатор, в который был засыпан бурый уголь, чип, индуктор, чип-транслятор и чип-индуктор. То есть это две такие металлические пластиночки, которые доведены до температуры рекристаллизации в них, то есть так называется снятие запутанности с родным материалом. Разрезанные напополам, и они индивидуально запутаны между собой. Это свойство материи. От него никуда не денешься. Вопрос только остается. Сделай так, чтобы они были не запутаны с материнской, из которой вырезан. Вот. Вот они здесь и здесь. Это все радость стояла в городе Кемптна, в моей лаборатории, на расстоянии 70 километров от Ченстаховского политехнического института. И вот что получилось. Энергия активации килоджоулей на моль. Это в нормальном состоянии ума. Вот здесь уменьшение на 37%. За счет чего? Вы же не вложили никакой энергии. Ну вот, получилось. Да не может быть, но давайте перепроверим. Давайте перепроверим. Все получается тоже. Я извиняюсь, это 56%. 56%. Потом, помните, я вам сказал, солитон. Солитон. Выключили все. Все, выключили все. Прошло 3 дня. И дальше идет снижение. Прошло 4 дня, всплыло до того же уровня. Это 7 дней, а это 12 дней. Вот это то. То есть оно не вышло сюда. Но поскольку объем этого угля был небольшой, все-таки солитон слабо держался. Для солитона нужны объемы. Это то, что нарисовал нам данная калорийность. Вот 24200 килоджулей на килограмм. А какого черта он растет, уже стало более 27 тысяч. Солитон. Но что интересно, что вот этот уголь имел сольность 6%. А когда стал 15%, стало все плохо работать. То есть, когда есть организованная структура, да, которая когерентна, сам уголь, это одно дело. А если в нем есть зольная часть, то она на себя частично отбирает, да, и не удерживает. Солитон образуется слабо. И вот он, видите, вот такая ерундишка. А вот это сам генератор. Очень дорогой. Он состоит из вот таких монокристаллов кремния, 150 мм в диаметре, высоту 400 мм. Это блок, он состоит из 6. И вот таких вот модулей было 9. Было 9. Это так называемый генератор, который свое состояние передает на это, возбуждает, этот возбуждает это, и так до последнего. И уже с последним можно было работать на электростанции. Вот электростанция Туров. Здесь мы смотрели не расходы угля, посмотрели, а что происходит с отходящими газами, по-польски спалением. И вот смотрите, вот это с их компьютерной системой. Что дали, то дали. А далее вот что, вот у нас это СО. Как развитие шло. Да? И вот у нас что вышло. В
за невера. А это я ну иксы. Окис ложу. А это сил. А это что? Что получили, то получили. Это... А, я извиняюсь, блоки, надо сказать. Вот это блоки с кипячим слоем. То есть туда загружается уголь, подается снизу воздух, и это все кипит. Частично, часть, которая не выплывает, она специальным образом опять оборачивается, идет сюда, и все время так поддерживает. А вот пылевые котлы, это просто вдувание очень измельченного уголя. Ну, то же самое. СО2, НОХ и СО2. Но интересно другое еще. Вот у вас работает генератор. Генератор в зависимости от процесса горения, чуть больше пара, чуть меньше, температура, давление. Ведь уголь он различный, и сам процесс горения динамичный, да? И вот как он работает. Вот. А теперь посмотрите, в конференционном состоянии разброс, то есть динамика процесса выгладилась. И у нас получился другой. А что, как отражается? А межремонтные простые генераторы. Они тоже имеются. Чем больше длительные работы, тем больше год работал электроэнергии на блоке. Ну это опять то же самое. Это пришли мы уже после этого, после эксперимента на Турове, есть электростанция Рыбник. Большущая электростанция, 8 блоков. Вот. Я сделал по этой проблематике доклад, и генеральный директор электростанции Рыбник. Мы все знаем. Мы с Турова уже имеем всю информацию. Работайте, ребята. И мы проработали там 5 месяцев. Отрабатывали технологический режим. Первых 3 месяца, потом месяц отпуска и еще 2 месяца. Вот здесь это, собственно, чип, который размещался в больших таких складах. Да? Вот там 500 тысяч тонн только один склад. Еще 40, там так, 75 тысяч, 500 тысяч и 190, 200 тысяч. 3 склада. Вот у нас все склады были такими генераторами, такие шары, в которых, кстати, находилась чип. Зачем большой? Чтобы контакт был больше. И вот все это хозяйство было переведено в конкурентную систему. И началось. Что у нас получилось в результате? Вот это расход энергии угля в нормальном состоянии. А это вот один месяц, потом второй месяц. Мы первых 3 месяца отрабатывали, а потом в сентябре-октябре уже все ехали в режим. Вот. Снижение расхода угля. Вот снижение расхода. Это один блок, первый и четвертый. Вот. Ну это тут охлаждающая вода. Это уже чисто специализированная. Плохо видно. На блоке каждый блок полностью автоматизирован, компьютерная система, все как надо. Так вот эти блоки подают, вот идет расход угля, а это мощность работает. Видите, расход упал на той же мощности. Ну тут видно, в этой станет то горят. Вот. Еще очень важный момент. Если когерентное состояние совпадает по своей частоте с частотой, скажем так, продуктов горения в зоне горения, то возникает резонанс.
Это у нас было замечено на котле у них в верхней части, когда в аварийном режиме надо подать мазут для горения, в верхней части надо видеть, что у тебя загорелся мазут. И там стоят датчики. Обыкновенные кремниевые датчики, которые от светящего пламя мазута, они видят, что он загорелся, и больше ничего не рисует. Но программа все равно пишет. Он постоянно включен и постоянно пишет, не выбрасывается. Так вот, это свечение, вот оно. Это было мартовское, да? А тут мы включили уже свою систему и заметили, что, яркость свечения увеличилась на 40%. Только резонанс. Ничего, кроме резонанса, здесь быть не могло. В последнее время в науке, в мировой науке, проводится масса работ по телепортационной связи. Почему это важно? Потому что информацию, передающую по каналу телепортационной связи, невозможно перехватить и, соответственно, расширить. К настоящему времени, это в этом году, китайцы уже создали такую систему. У них есть передающий центр, который передает информацию на спутник, а со спутника Швейцарии. Система дорогущая, тяжелющая и так далее. Здесь есть предложение, как его сделать, просто, как говорится, чуть ли не на коленке. Опять же, тот же самый резонатор, который дальше. Генератор, резонатор, чип-транслятор. А здесь два чип-индуктора. Это конденсатор, в котором делается сделанный, диэлектрический материал. Да, в данном случае мы использовали текстолит, потому что там есть нитки, где-то, кстати, они сориентированы, и если мы сверху прикладываем высокое напряжение, то спины там начинают вот так ходить. Приложил напряжение, спины стали в таком направлении. Убрал, они стали так, в таком направлении. Но от ориентации спинов зависит емкость этого конденсатора. И вот изменение этой емкости, здесь вот генератор высоковольтный, 700 вольт, с 6 Гц частотой. И это состояние передается, они запутаны между собой, и это состояние передается внизу, и вот этот спектроанализатор ПАРС, он это увидел. Маленькая, слабенькая, но он увидит. То есть, вот начало, это равновесное состояние. Дальше мы действуем, это у нас вода. Воздействие 5,5 сантиметра. Амплитуда уменьшилась. Амплитуда уменьшилась, что важно. Второе воздействие, еще раз уменьшилось. Конец начал релаксировать. А что с текстолитом? Здесь мы как передавать информацию? Самое простое азбука Морзе, потому что ее легко оцифровать. Ну и вот так вот мы видим начало, старт, и пошли точка-тире. И вот тут такие получилось удивительные вещи. Ну это не будет. Это как, туман. В аэропортах туман, нелетная погода. А что если мы облучим туман с модулированным лазерным источником излучения? Ну что? И вот посмотрели, взяли камеру, да, климакамеру, создали там туман, подождали, вот там разные капельки, осел до определенного времени, четко отсечено, и дальше мы включаем. Тут нет, что ли? К сожалению, нет. И тут оседание тумана. Луч лазера, приемник, да, вольтаж смотрим.
И как изменяется вольтаж? Уменьшается прозрачность, увеличивается напряжение. И вот как оно пошло. И вот, кстати, дошло сюда, тут еще он так шел, но уже было неинтересно ждать, когда он закончится. Он так и остался. Пришли утром, а он еще был тут. Так вот, а что если... Вот тут как раз правая и левая поляризация. Вот это правая поляризация. Видите, длительный процесс. А вот это левая. Нет, вдруг. Вот это нормальная. Нормальная рассеяние. Вот тут что. Тут правая поляризация. То есть капельки с правой поляризации, их поверхностное натяжение растет, и они тяжелее слипаются. А вот эта левая поляризация, как быстро произошел процесс. То есть на капельках поверхностное натяжение уменьшено, они слипаются. Ясно. Вот, пожалуйста, есть, как говорится, и здесь применимость. Ну, фотогеология. Это я прочитал Акимова статью, что месторождения полезных ископаемых под поверхностью создают на поверхности некий торсионный, скажем, портрет. И что его, этот портрет, можно снять, обработать и получить результат? Ну, да, я, так сказать, по образованию очень близко к этой теме, поиск, разведка месторождения полезных ископаемых. И да, я думаю, и я проверю. Потому что те фотографии, которые мне дал Акимов, царство ему небесное, великолепный был человек, я не смог разобрать ничего. Ни привязки к территории, ничего. А тут у нас, после того, когда мне дали вот этот фотоснимок, 1946 года производства. Я не знаю, где это находится. Это где-то в Черниговской области. Или Черкасская. Скорее всего, Черкасская делает разведочные снимки. Да, да, да. И что мы нашли? Мы нашли вот это месторождение флюорита. Это сырье для металлургии. Вот. И еще нашли медь. Здесь залежи медь. Но всегда было сомнение. Что-то не так. Ну, буквально вот так вот все. Главный геолог экспедиции Черкасской, который дал эту фотографию, забрал вот эту фотографию предыдущую, поехал к себе в Черкасы, потом оттуда возвращается. Ты знаешь, я в архивах нашел. Да. Да, точно. Это месторождение меди. Маленькое. Ну, вот, правда, тут еще не видно. Здесь так называемые меридианные разломы. Они при поверхностных, скажем, если это песчаники, то эти меридианные разломы с юга на север так тянутся. И в них тоже оказалось, в этих разломах, такие тонкие линии, затемненные вот это все. А тут еще, видишь, такая вот акантурия, вот, Юра, геолог, ну, нечего рассказывать. Вот, после этого этот главный геолог приезжает и говорит: Виктор, а можешь найти вольфрам? Вольфрам? В Украине? Да откуда? То есть не может быть вольфрам. Ну ты найди, ну давай постараемся, вот, может на это все. Я поехал в институт минералогии, кристаллографии, нашел образцы природного вольфрама. Он натуральный металл, они... Не шеяли? А? Не шеяли? Не-не-не-не. Ты же ставил предмет поиска туда. И, короче говоря, что мне получилось? Вот. Месторождение вольфрама. Я просто, у меня руки опустились. Я в институт геологии, к другу, там, Ваньке Потапин, Гарусову, Потапчику. Говорю: Ваня, ты видишь вот такое? Шо? Альфа, слухай, ты знаешь, а я помню, я читал про скарны. Вольфрамы, они водятся обычно в скарнах. Такая
очень твердая горная порода. Вот. И этот начальник экспедиции, то есть главный герой, забрал эту фотографию и чухал. Больше я его не видел. Потом узнаю, что он вдруг очень быстро купил большую квартиру в Киеве. Вот. Ну ладно. Вот так. И тут еще. Я уже нашел в институте картографии в Киеве. Нашли территорию Приазовья. Вот. На берегу Азовского моря. Оно вот здесь вот берег. Там регион перспективных запасов, перспективных запасов нефти. Ну тоже, вот оно. Вот. Очень. Здесь точно месторождение нефти. Правда. Очень важно, где ты забуришься. Если, например, ты забуришься вот здесь, вот, считай, что твоя скважина пропала. Ничего не будешь. Вот, вот здесь никуда. Главное, это сказать, забуриться. Это же маленький масштаб, крупный масштаб, маленький масштаб. А на территории где? Ну давай вот здесь. Не, давай здесь лучше. Да ну вот, там будет точно. Вот так вот могу. И тоже Укрнафта неправильно поступил. Так вот. Хороши вот эти дела, когда мы работаем в технике. А что если здоровье? Ведь здоровье для нас имеет очень большую ценность. С этой целью мы занялись водой. Вода, почему? Потому что мы состоим на 70% из воды. Мозг еще больше. Ну, это в детстве. Чем старше, тем меньше у нас воды идет, так сказать, соответствующее обезвоживание. И в институте вирусных заболеваний в Киеве провели длительный эксперимент на клетках, на мышках, с тем, чтобы увидеть, а как, если мы этих клетки и мыши будем заражать каким-то вирусом, например, герпес, СПИ или же везикулярного стоматита, и посмотреть, а что, какой будет отклик организма, если мы еще будем вводить в организм мышки или клеток добавлять когерентную воду. И получилось. Вот антигерпетическое. Вот 12 мышей, плацебо, это когерентное, мы его назвали когерентное состояние, как дипор. Плацебо, то есть ничего не давали, 14. Из них 100 мышек плюс герпес, 100 мышек умерло. А если когерентную водичку, в два раза меньше. А если заражали клетки вирусом везикулярного стоматита, то, опять же, тот же самый коэффициент. Вот, только в три. Так вот, и вот очень важна интерференная активность. Интерферонная активность. Так вот, оказалось. Если мы в клетке, то есть это идет культура лимфоцитов, заражается вирусом везикулярного стоматита, и клетки начинают вырабатывать интерферон. То есть то, что нужно для защиты нашего организма. Так вот, когда... Ах ты, елки. Ох, сейчас. Когда... Вот, клеточка. Так вот смотрите, время инкубирования, то есть клетки плюс вирус стоматита, 24 часа, активность интерферонов 168 единиц. А 72 часа, он же, вот это максимум.
понимаю, что работает обыкновенно. А Деголь работает 72 часа с активностью растущей, 360 единиц. То есть это дает нам возможность провести следующий эксперимент. Что-то происходит в организме, идет защита организма. И мы взяли, поехали в Южную Африку. А в Южной Африке есть негры, собственно, это был Йоханнесбург. Там, точнее как, было предложено, и меня пригласили Африканский национальный конгресс. Тогда я приехал, доложился, и то есть, давай. И дали две группы. Одна группа, которая принимала ретровирусные препараты, плюс когерентную воду. И одна группа, которая ничего не принимала, пила только воду. Значит, у них градация такая. Вирус СПИДа, то есть он уничтожает иммунные клетки, так называемые CD4. Так вот, уничтожая, поселяясь с них, размножаясь тем самым, потом уничтожая, этот уровень CD4 клеток падает. Вот если у них ниже 600 единиц на микролитр, это еще предел. Хотя в Европе, скажем, там 800 и в Штатах. Но у них 600, потому что они нет. А если ниже 200, то есть ты носитель, он носитель, а если ниже 200 единиц на микролитр, то это уже больной. Больной спит. И здесь вот одна группа и вторая группа. Майкл Макхобл, у него было, он был больной давно, 20 единиц на микролитр. Пили они 10 дней, потом еще 10 дней. Они пили только вот эти три, пили только воду. Больше ничего. Тут не хватает еще одной. Это большая группа, поэтому я привел только такую, а в действительности больше. В книге, вот, которая в моей книге, есть посвященная этим технологиям, вот, там больше. Так вот, когда принимали ретровирусные препараты и когерентная вода, эффект был меньше. Он шел, но меньше. А когда с чистой водой, он становится другим. Вообще-то этих пациентов надо видеть. Это лицо. У меня была одна больная, она сегодня вошла в список. У нее было 5 единиц на микролитр. 5. У нее было, и она пришла, тепло, да? А я говорю, что тут сапога? Говорит, посмотри, а у нее вот есть кожа, но она как дубовая. Жутко, как будто, знаешь, запекшаяся кровь, но это не кровь. Вот. Когда мы ужали, она уже работала в магазине. Ее не пускали в магазин, а начала работать в супермаркете. То есть работа пошла. Ну, к сожалению, несмотря на вот такие уникальные результаты, мы проиграли американской фирме, которая поставляла ретровирусные препараты, просроченные, между прочим. Но бизнес есть бизнес. Несмотря на то, что с Жакой Зумой, это будущий президент, мы в очень хороших отношениях были. У него имя его госпиталя в Дурбане, громаднейший госпиталь его имени. Ну, есть какие-то. И вот что интересно, телепортация. Вернемся опять к телепортации. Хотя там тоже телепортация предыдущая. Когерентность надо было удерживать. А можно ли за счет телепортации передать информацию? Информацию, которая бы, скажем, в организме человека или там в животном могла бы сработать определенным образом. И опять же это проводилось в институте вирусных заболеваний. Взяли люди и кролики. Люди были
кроликов. Ну, кролики как кролики. И две вакцины. Одна против гриппа, вакцина Influvac, а вторая вакцина Twinrix, это она в быстром виде инъекции, это гепатит А, а в длительном гепатит Б. И вот что у нас получилось. Люди, которые чистые, которые не больны, ничего, дали им по той же схеме телепортации, только в резонатор, водичка, и туда впрыскивали инъекцию с 10-5 моль на литр. Такая концентрация. И вот что получилось. Оказывается, вакцина дает контроль 14, стало 256. Это средний параметр. Единиц, да? Это название гриппа, да? Коплея H1, H6. Здесь 8, 32. И B 0, 512. Просто информация пришла и отразилась. Непонятно было, как, но потом клетка. Вокруг клетки есть такие белки, называются гликопротеины. Это так называемые они могут создавать информационную картину. То есть пришла информация, они сразу же откликаются на эту информацию. И делают прототип точно такой же, как по объему, да? Точно такой же, как, скажем, вирус. И они, проникая через мембрану клетки, реализуют в ней иммунный ответ. Вот. На кроликах эффект еще больше будет. Вакцина Twinrix дала негатив, это положительно. Хороший результат. А вот на гепатите Б нет. Не получилось. Я уже там профессорством, институтом. Ну что такое? Ну как же, должно быть. И только в Дамаске мне сказали, ты что там у вас за доктора такие, профессора? Это же раз в полгода, один раз делал, через полгода следующий. Он на первую не отвечает. Ну, спасибо. Вот. Таким образом, подходя к окончанию, я хочу вам показать еще одну. Сейчас, подожди, Саша. Я хочу вам показать вот что. Это то, чем сейчас. Еще раз покажите металлургию. Вот смотрите, в 2013 году появилась уникальная статья Малдасена и Сускен, которая говорит так, почему между двумя запутанными частицами мгновенно передается информация. Это было открытие. Это теоретическое открытие на кончике пера. Оказывается, начал он с того, что взял две черных дыры, да, космоса, и что между ними в процессе их разъединения, да, когда они расходятся, образуется пространственно-временной туннель. По-английски wormhole. И этот эффект по той причине, они из одного образовались, они запутаны. Этот эффект распространяется и на квантовые частицы. Ах ты, елки-палки. А давайте мы сделаем свой локальный
пространственное временное там. Вот оно. Две засутанные пластины. А, без эффекта декогеренции, то есть не отдают свое состояние куда-нибудь другое, другим из того, чего они сделали. Ну, скажем, вот такой рулон алюминия, да? Из этого алюминия какие-то части сделаны там, из этого что-то пошло туда, что-то осталось. И тут мы от него отрезали, да? И если мы будем, сделали две части, если мы будем одну подвергать спинному воздействию, то весь наш эффект рассосется. А если мы сделаем рекристаллизационный отжиг, то они не будут запутаны со своим, как говорится, со своим мамом. И вот он, резонатор, чип-индуктор, чип-транслятор, который с этими двумя запутанными пластинами подсоединен, и здесь генератор каскад называется. Что в нем замечательно? Это монокристалл. Что за анизотропный монокристалл? Высокой частоты. В нем в силу его роста, вот по методу Чахральского он растет, его, так сказать, из расплавленной массы вытягивают медленно, вращение, и образуется такой монокристалл. В нем вся ориентировка имеет строгое направление. Но тут еще один момент. Здесь имеется трансляционная симметрия. Если это, вот это условие выполняется, то этот кристалл когерентный. То есть мы можем... Почему стрелки туда направлены? Потому что нам нужна исключительно левая поляризация. Исключительно. Почему? Согласно теории, туннель, пространственно-временной туннель может быть схлопнутый, то есть есть вход и выход, но через него не проникнет. А для того, чтобы стенки его держались, нужна отрицательная масса или отрицательная материя. Она, да, она существует, только вот последние эксперименты это подтверждают, что микро-микро на небольшом лабораторном уровне. Вот, ну, хорошо. Если здесь есть запутанность, и мы говорим, что она организована вот спиновыми состояниями с левой поляризацией, потому что масса отрицательная, то поместим-ка мы вот сюда воду в бюксе и подержим ее там несколько часов, посмотрим, что будет с этой водичкой. И эту водичку берем, из нее пробы брали, и спектрометр ядерно-магнитного резонанса посмотрит, что это действует на уровне ядер, на самых меньших, как говорится, представителях материи. Один из них, потому что наклонный еще меньше. Так. Ну и вот табличка. То есть по-польски написано, что это делалось, опять же, в Познании, в том же самом спектрометрическом лаборатории. Вот, это вода из туннеля. Нормальное состояние, 2,798. Миллисекунды, это у нас спин решетка. И Т2, это спин-спин взаимодействие. Так вот, видите, разница по минус 119 миллисекунд. С какой стати? Блин, ну невозможно. 84, следующая группа, 84 миллисекунды. И вот через 30 часов еще раз померяем. Что происходит с этой водой? Минус 20 миллисекунд. Все-таки держит, что-то еще там у нее есть. А что происходит со спин-спин? Минус 50 миллисекунд. Минус 85 миллисекунд по отношению к воде, в состоянии равновесия, то есть вне туннеля. Но посмотрите, какая корреляция. 4 девятки после запятой.
То есть точность эксперимента огромна. 4 девятки, 4 девятки. По спин, ясно, ну считать. 3 девятки, 8, 3 девятки, 8, 3 девятки. Просто очень большая точность. Вот это, уважаемые господа, на этом хочу сказать спасибо. Спасибо. Металлургия. Это отдельный файл надо достать. Вот, 8 минут еще. 8 минут. Это хорошо. Вот так это вот сделаю. Завод Гильворк, Острава, Чехия. Там мы провели, там, как говорится, гемичку завод. Система та же самая. Генератор первого состояния, резонатор, чип, индуктор, чип-транслятор, чип-индукторы. А это печь. Основание печи, которая, скажем, выдвижная. Въезжает, выезжает. Здесь на этом основании устанавливаются чипы. Заходят сюда объекты и металл, который надо отжечь. И оттуда вынимается. И другая составляющая, другая сторона, это сталь, которая идет после обработки, да, детали там, и так дальше, требует иногда обработки с тем, чтобы на углероживание для более твердой поверхности изделия. И вот такая печь, да, колодезная печь, где устанавливаются вот такие вот объекты, их 6 штук, 2,4 тонны каждый. Это такая вал-зубчатка, которая используется на глубоководном бурении, да, какой-то там фирмой из Голландии, которая делает, собственно, эти буровые установки. Платформы одни делают, буровые установки другие. Вот. Ну и что? Я уже не буду вам обращать внимание на то, что было. Ага, вот, вот эта печь, да? Вот здесь вот внизу чип-индуктор. Вот он, еще один чип-индуктор. Вот. А вот это эти изделия. 2,4 тонны. Ну, собственно, надо было вот эти поверхности цементировать. То есть на углероде. Вот. А вот, вот этот чип вот здесь вот. Вот эти образцы, после того, как сцементируются, они отправляются, вот здесь видите поверхность, она как раз цементируется, они отправляются в лаборатории, где это все исследуется и смотрится. Для этой фирмы вот эти эксперименты, ну я еще повторяю, что вот это у нас рекристаллизационный ножик, вот это тоже рекристаллизационный ножик, но только на больших таких камерных печах. Вот это был у них такой процесс, да, 26 часов. Мы его сократили до 16 часов. Вот. Так вот, а дальше вот это, ну это, вот это в Познане, да, на СКФ Познане был процесс, стал процесс. Только за счет когерентного состояния. Теперь посмотрим, а что же происходит, когда мы работаем с цементацией. Это глубина, а это твердость побрюнения. Вот у них там это 800, 850, 700, 600 и так дальше. Очень важно вот это, да, твердость на выходе. То есть вот здесь у нас будет на поверхности, а в глубине, на какой-то глубине, эта твердость будет другая, разной концентрации диффузионного материала. Вот, видите, вот это первый звоночек, а вот это второй. Вот у них 3 мм. А бывало и похуже. А что у нас в когерентном состоянии? А вот он. Да, поверхностная твердость снизилась с 850 до 700. Но дело в том, что большая поверхностная твердость есть плохая.
Почему? Потому что так называемый абразивный износ. Чем тверже, тем хуже будет для двух деталей, которые между собой одна вращает другую. У нас уменьшился, но посмотрите, критическое, 5 миллиметров, не 3 миллиметра, а 5 миллиметров. То есть служба этого изделия будет дольше, чем исходного того, не в когерентном состоянии. И что интересно, вот посмотрите, нет вот этого пика, который там, а тот пик всегда был, всегда был. А здесь вот просто вот такая вот фигня. Вот видите, опять 5 миллиметров. А почему? А потому что, когда мы накачиваем что-то, да, при определенной температуре, и, кстати, 950 градусов температура в цементационном процессе, идет, как говорится, насыщение приповерхностного слоя, да? А для того, и он потом падает, потому что дальше диффузия не распространяется. Не хватает энергии диффузии. А здесь, в связи с тем, что когерентность у нас присутствует, этот горб, который там был, он просто диффузирует то, что в нем накапливается, он диффузирует вглубь материала. Все. Как? Как процесс?